Вот, друзья, простой Volkswagen стоит и заряжается электрически на своем месте, где у всех людей просто так машины стоят, а здесь заряжается. Да, друзья, сегодня 150-летие с момента создания города Санта-Крус. И сказать по правде уж, чем тут удивить нельзя нас, это серферами, но сегодня что-то необычное. Сегодня большие торжества, салют, в общем, много-много всякого будет в городе. И вот, в частности, люди с досками. Они по-своему отмечают этот скромный юбилей. И не только с досками. Вот видите, тут и с парусом некоторые тоже не скучают. Шардоне. Хорошо, друзья, ходить под парусом, на котором написано «Шардоне». Да, романтично. Романтично. По некоторым улицам я просто покатался в районе, заказывал перестанцию, целые улицы полностью, дома, которые все. Кто-то конечно старый, видно, что люди так не жилья, просто годами. Это машина. Это мальчик или девочка? Это мальчик. Как зовут? Зип его зовут. Зип? Да. Как? Что-то такое, да. Компьютерное такое название. Да. 5 месяцев мальчику. Но он, в смысле, дисциплинирован там, если нужно ему какую-то нужду справить, он попросится? Дисциплинирован. Картина маслом, маячок со стороны собачьего пляжа. Да, друзья, далеко не собачья жизнь у американских собак.